Всем привет, с вами Happy Wolf и добро пожаловать в игру Five Nights at Freddy's, вторая часть. Она вышла очень внезапно, я думал, что она выйдет в 2015 году, как было анонсировано в трейлере, но, видимо, 2015 год для разработчиков данной игры уже наступил, поэтому у меня с этим никаких проблем нету. Я, наоборот, хотел, чтобы вторая часть вышла побыстрее, я ее сразу же купил, она там сколько-то 180 что ли, рублей стоила, это копейки. Особенно если учесть, что первую часть я попросту скачал, хоть и стоила она там рублей 30. Позор, позор, позор мне. О боже, я не знаю, с чем нам придется столкнуться в этой игре, но будьте готовы ко всему. Ох ты, посмотрите, какая красота. Охранник жирная жопа наконец-то перебрался в другую комнату. И опять звонит телефон. Я его буду мьютить, потому что я не хочу слушать разговоры. Ведь а сейчас-то нам кто звонит, если в той, по идее, в конце первой части и так было понятно, что этого охранника убили, почему он снова звонит-то? Точнее, оставляет, ладно, заткнись, не хочу его слушать. Но опять кто-нибудь переводы пришлет, посмотрим, что он говорил. Ну, посмотрите, изменилась карта, изменилась планировка здания. Теперь это похоже на какую-то заброшенную больницу, на какой-то подвал, а не на пиццерию, ну ладно. Я только за, чем страшнее, тем лучше. Вы знаете, как я боюсь, у меня дрожит голос, у меня текут слезы, я там прячусь под стол. Ладно, без шуток, у нас есть две вентиляционных шахты по бокам. Так, что это такое? Wind Up Music Box. Также у нас есть огромный вход посередине, без дверей. Полностью переделали модельки зверюшек. По-моему, они стали милее, но в главном меню они дергаются так, что у них видно по три ряда зубов у каждого. Так что это не очень мило. Смотрите, есть фонарик даже, чтобы светить. Двери теперь не закрываются абсолютно никаким образом. То есть я не знаю, что теперь делать. Видимо, эту маску надевать на лицо. Хотя не знаю, насколько это поможет, но ладно. По ощущениям, я не могу сказать, что это намного страшнее, чем в первой части. Но да, чувствуешь себя более уязвимым. Потому что в первой части были хотя бы двери, тут же их нету. И охранник, который в первой части не мог никуда убежать, но мог хотя бы что-то там закрыть, тут же просто как на ладони сидит. Но могу сказать, что модельки им сделали более милые. Вроде как говорили, что они будут страшные, но они какие-то миленькие вроде. По крайней мере, в трейлере показывали, что у них такие, как у акул, по 4 ряда зубов, а на самом-то деле нет. Камера 1, 2, 3, 4. Ну, пока ничего не происходит, уже час ночи. Первая самая ночь, слава богу, нам дают какие-то поблажки. Нам не пихают со всех сторон этих монстров, они не стоят у дверей, они не караулят, не смотрят в камеры. Просто мирно сидят, закрывши глазки. Ну как на них можно злиться? Окей. Так, тут никого, по бокам никого. Слушай, мне нравится. Это проще, чем первая часть, по крайней мере, в первую самую ночь. Никто пока агрессивно себя не ведет, хотя сказали, что будет плохо очень. Я думаю, что даже к концу первой ночи они как-то более активными станут и... Так, почему она закончилась? Я не знаю, что будет, если этот кружок закончится. То есть... Да, блядь, почему оно тратится? Короче, я не хочу знать, что будет, если этот... музыкальная шкатулка перестанет играть или наоборот начнет играть, я не знаю, что она там делает, но этот кружок 100% нужно постоянно пополнять. И заводить эту шкатулку, я не знаю. Виндбокс это вроде как музыкальная шкатулка. Вот вам инновации, крутить через видеокамеры музыкальную шкатулку, такого вы даже в Watch Dogs не увидите. Не пиздец. Ну, знаете... Хотя бы чуть-чуть доделали игру, потому что первая часть, она была совершенно дубовая. Я не хочу сказать, что она была плохая или неинтересная, она была хорошей, но она была дубовой, потому что там, по сути, ну, ночи за 4 все уже выучивается наизусть, кто там как ходит, что он делает, но при должной сноровке все у вас получится. Конечно, все ночи с первого раза вы не пройдете. Вы там на 5-6 застрянете, и там после 20 или 10 переигрываний поймете то, что эта игра просто надоела вам, и вы ее удалите. Собственно, этим все и закончится. Ну и во второй части, во избежание этого, решили как-то там все разнообразить. Видите, сколько всего добавили. О, господи. Ну, интересно играть, интереснее, чем в первую часть, но это лично мне. Не знаю, как вам.
Так, смотрите, вот по такому маршруту он примерно будет идти. Он выходит из камеры 09, проходит к камере по коридору к 07, потом идет к 04. А, 04 это отдельная комната. Потом подойдет к камере 02, и, видимо, по вот правой вентиляционной шахте он будет к нам ползти, потому что в трейлере они там ползали по этим шахтам очень так активно. Нет, заяц на месте стоит, эти тоже пока все сидят, спят. Что-то не знаю, будут они двигаться вообще сегодня или нет. Так, так, что это за гул начался? Знаете, когда никто тебе ничего про эту игру не рассказывал, и вот она вышла буквально несколько часов назад. И я сижу и по факту не понимаю никаких новых фишек, и что тут будет происходить, но как-то интуитивно пытаюсь догадаться. Хотя тут опять же ничего сложного нет. Hello? Какой хеллоу, ты чё, охуел что ли? Нет, у них тут к утру какая-то активность точно начинается. Так, уже 5 часов, слушайте, я пока говорил, даже не заметил. Ну-ка. Кстати, на ее, по-моему, посветить можно, да? О, господи, лучше бы я этого не делал. Тут светить, оказывается, можно в камерах фонариком. Я только сейчас это понял. Да, вот видите, освещать. О, корова какая-то. Классно. И заяц, заяц в шахте. Так, треугольник мигает, что это значит? Одевай маску. А почему в этой маске все время нельзя сидеть тогда? А, наверное, в маске нельзя постоянно сидеть, потому что эту шкатулку надо крутить. Но я не могу ее крутить, потому что тогда вылетит эта хрень. Ай-яй-яй, я забыл совсем про эту шкатулку-то. Но если сейчас оно прыгнет, то это только из-за моей безалаберности. Я не думаю, что эта хрень у меня на голове мне каким-то образом поможет. Тогда шестой час, пожалуйста, шестой час. Я уже долго на пятом сидел, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Фух. Не, честно скажу, то, что играть было страшнее. Намного страшнее, чем в первую часть. Особенно, когда играешь в самый первый раз. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Я обязательно сейчас сделаю богов рисования. Вторую часть я запишу где-нибудь завтра. Ну, а на этом у меня все. С вами был Happy Wolf. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи.